Удар за ударом эти мальчишки идут к своей цели – покорять не только областные, но и международные ринги. Традиционный турнир по боксу в регионе прошел 18-й раз. Его участниками стали ребята 11-12 лет. Для многих из них это были первые бои. Поэтому для них это очень интересно – проверить себя, насколько он готов, насколько он тренировался. Детки такого возраста по правилам соревнований проводят в ринге 3 раунда по 1 минутке. Вот, 3 раунда по 1 минуте и минуту отдыха. Вот получается у нас 5 минут ребенок задействован в ринге. На соревнования приехали юные спортсмены из соседних регионов. Всего около 70 участников. Это доказывает, интерес к боксу растет. Ребята долго готовятся, тренируются, чтобы в момент X показать сопернику и самым преданным зрителям свое мастерство. Организаторы турнира постарались, чтобы у каждого участника остались не только теплые воспоминания от поединка, но и памятные подарки. Турнир уже много лет проводится, и мы рады принимать у себя всех этих боксеров, этих мальчишек, начинающих боксеров и достаточно уже опытных. Для них это большая практика, большой трамплин в будущем. Один из главных подарков достался ульяновским спортсменам. Это знание и опыт тренера. В клубе бокса «Икар» обучение детей начинается с элементарных упражнений «Школа бокса». Это своего рода фундамент будущих побед. В основном детки, они выполняют упражнения перед зеркалом, со скакалкой, с теннисными мячами. Так называемый бой с тенью, когда они выполняют ударные движения защитные, глядя на себя в зеркало. Плюс незамысловатые упражнения в парах. Так дети учатся не только импульсивно выполнять движения, но и следовать стратегии. По такому принципу обучают всех спортсменов в клубе бокса «Икар» вот уже 23 года. Как итог, копилка побед региона пополняется ежегодно новыми медалями и кубками. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.